В последнее время участились несчастные случаи, жертвами которых становятся несовершеннолетние. Так, совсем недавно всю область потрясла гибель двух 16-летних подростков на центральном пляже Ульяновска. Всего же с начала года утонули 7 детей. В большинстве случаев виной всему стало халатное отношение взрослых к своим родительским обязанностям. Перед началом нового учебного года было решено улучшить работу комиссии по делам несовершеннолетних, а также всех органов исполнительной и местной власти. Улучшения должны впредь помочь избежать повторения трагических происшествий. Считаю необходимым. Во-первых, значительно повысить координирующую роль нашей комиссии и ответственность нашей комиссии за ситуацию в регионе. А во-вторых, в корне пересмотреть организацию работы всех ведомств системы профилактики, входящих в ее состав, и привести эту деятельность в полное соответствие с федеральным законодательством. Среди важных аспектов профилактической работы губернатор назвал постановку на контроль неблагополучных семей. Статистика свидетельствует, что их количество в области неуклонно снижается. А как в реальности обстоит дело? Задался вопросом губернатор. Было на днях в Ульяновском районе, когда вечером пропали сразу 4 малолетних детей. Слава Богу, что все обошлось, что эти дети живы, что они нашлись. Тем не менее, когда мы начинаем знакомиться с тем, что там произошло, возникает закономерный вопрос. А почему эти семьи-то не на контроле? Плодородную почву для социального поведения детей и подростков составляет не только отсутствие родительского контроля. Многое зависит от свободного времени. Праздное шатание по улицам, посиделки в подъездах до добра отвести не могут. Традиционно с мая по октябрь в области идет операция «Подросток». Вот сейчас мы вступаем в ее очень серьезный этап – это операция «Занятость». Это вопрос о том, как вовлечены в не только образовательную, культурную, спортивную деятельность, в сферу дополнительного образования, в сферу вообще организации собственного досуга те ребятишки и те семьи, которые на сегодняшний день или находятся в зоне риска, или, не дай бог, могут завтра оказаться там. Профилактика социальной неблагополучности и вовлеченность детей в активную общественную жизнь станет предметом основной работы комиссии в начавшемся учебном году. Егор Титов, Юрий Конихин, новости дня, Ульяновская правда.